Oh, yes! Я уже сделал свой заказ на сайте AliExpress. Сезон распродажи в эти два дня, которые они отвели на данную акцию. Или три. Три дня получается. Все-таки. Ну, не помню, в общем, сколько. Но в конечном итоге мой общий чек китайским братьям составил внушительную сумму. Хоть это и мелочевка, но должно быть приятно мне, жене и ребенку. Все последующие обзоры будут выходить на канале. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте колокольчик для того, чтобы вовремя получать уведомления. Ну, а пока все это будет ехать, хочется пожелать всем, кто принял участие в распродаже, быстрых доставок, и чтобы китайцы нас радовали до Нового года, а не после. Потому что все, что мы заказали, мы в основном заказывали себе, родным, близким. И мы, и вы, все мы любим покупать вещи с большой скидкой, с кэшбэком. Кэшбэк на то, чтобы получить дополнительную скидку с сайта AliExpress, будет под видео. Можете заходить по ссылке, регистрироваться. Вам понравятся те большие скидки, которые предлагают китайцы. Также в этом кэшбэке вы можете сэкономить на покупках на своих в обычном супермаркете, покупая акционные товары, сканируя чек, вам будет возвращаться часть денег в кошелек, из которого вы сможете потратить энную сумму на то, чтобы приобрести очередную очень полезную и очень нужную вещь на сайте AliExpress, либо на другом сайте, на Jumia, например. Кэшбэк этот очень хороший. Я им пользуюсь уже порядка 2 лет. На нем можно просто совершать покупки, получая кэшбэк. На нем также можно еще и зарабатывать. Для того, чтобы заработать на нем, вам нужно будет, опять же, пойти в описание и по реферальной ссылке пройти регистрацию. Так что, кто любит зарабатывать, зарабатывайте. Кто любит покупать, возвращайте часть своих денег. Не отдавайте лишнего продавцам и перекупам. Совершайте покупки в Китае, потому что это намного выгоднее, чем здесь на месте покупать тот же самый китайский товар, того же самого качества и того же самого производителя. Всем пока, добра, печенек. Если кому-то было интересно, проходим вниз видео, подписываемся на канал, ставим колокольчик, лайк, ну и, соответственно, в описании ищем ссылку на кэшбэк. Всем пока!